Никто из нас не любит быстрой езды, да еще на тройке. Порода орловская, но выводится она теперь и во Владимирской области, на государственной заводской конюшне. Есть здесь и свои владимирские тяжеловозы. Вот Меркурий. Он может свободно вести почти 20 тонн. Наш кинохроникерский гадик безнадежно застрял в сугробе. Что делать? Выручил безотказный владимирский тяжеловоз.